С каждым годом их становится меньше. Уходят живые свидетели военного лихолетия. Но остаются их дети, внуки. Они помнят. Мы все должны их помнить. Мы вглядываемся в их лица, хотим понять, что было в их душах, как они преодолевали страх, боль, тяжесть войны. Их дети сегодня уже намного старше ушедших отцов. Но память жива, она не отпускает. Ну, самый трудный был это вот 41-й год, это все мы так прожили, мы с собой, что можно было одевать, одевали, а потом продавали. Есть-то хочется, а дали там 800 грамм хлеба, подливанные муки, возьмешь, что это и колушка останется, а больше ничего. А когда уж на шахту приехали, там дали килограмм хлеба. Вот. Это большинство вот моей молодежи, мне 18 лет было, ну что там. А отец, он два раза тифом болел. Он с 14 года, вот 20 год, то на фронте, то домой вылечился немножко и обратно туда. Вот так он и остался, его надо было дома оставить. Он, может, в колхоз еще пригодился, хоть какие-то это вот. А там он год выдержал, я помню. Я жил с ним вместе в одной комнате. Похоронить не дали нам. С братом там сказали, вам надо угол давать, а без вас похоронить. Так мы не знаем, куда он попал. Потому что это люди, которые хоронили. Симон на Заляске, сделали такие сани этого с вами. Труп положат и увезут. А куда увезут, никто не знает. И как они выходят. Сами еле живые. Они там через 2-3 дня сами умерли. Так что, вот такая была самая